Всем приветики. Ты переделал работу своей лампы, ночника, вернее, на работу от стабилизатора. Сразу оно работало напрямую, потом работало через диммер, а теперь работает через стабилизатор. Сразу оно вообще просто не имело, просто должно было работать на батарейках. То есть вот так вот. Я сделал работу от сети, потом приделал сюда выключатель, потом, чтобы можно было щелкать не каждый раз, из розетки дергать, а чтобы, нажимая на кнопку, она включалась и выключалась. Потом сделал диммер, который делал немножко тускнее, потому что напрямую оно начинало моргать. А сейчас я убрал диммер, потому что он испортился, и сделал работу от стабилизатора. В итоге вот как оно работает от стабилизатора. 3,4 вольта на выходе. А на входе 5,3. Дело в том, что здесь надо три батарейки, которые здесь, естественно, не стоят. Потому что это как бы затратно было бы по деньгам все время батарейки сюда покупать. И я сделал на работу от стабилизатора напряжением. Но три батарейки по 1,5 вольта – это 4,5 вольта. А 4,5 вольта, оно начинает плохо работать, моргать. Поэтому мы сейчас я выключу второй свет, вот он. Поэтому я сначала подумал, что плохой стабилизатор, я даю 4,5. Диммер выдавал 5,2 вольта, и оно нормально работало. А стабилизатор выдает 4,5, и оно моргает. Значит, что-то не так. А в итоге, оказывается, диммер, наверное, просто напряжение оставляет. Напряжение не сильно уменьшает, но сильно уменьшает ток, я так понял. А этот, наоборот, наверное, ток не уменьшает, а уменьшает напряжение. И при 4,5 напряжении оно моргает, то есть для него это многовато. Я сделал 4, это то же самое, сделал 3,8, уже стало получше, 3,6, еще лучше, и 3,4, в конце концов, оно уже 3,6 нормально работало, так вот. Классная штука, на самом деле. Он входит 5,3, выходит 3,4, и нормально работает ночник. Вообще круто работает. От 3,5 вольта. Классная такая штука, на самом деле. Приятная. Это я выключаю, когда оно мне не надо, чтобы оно мне мешало. Только зелененький горит. А вот если от сети напрямую, то есть если без стабилизатора, то есть прям сразу, если подключить, то это будет очень ярко. Вот, это работа напрямую. Оно прям очень ярко светит. То есть сюда подаются все 5 вольт. Все 5,5. Соответственно, это влияет на лампу. Сразу она работает, а со временем она начинает моргать, потому что для нее это очень много. Очень много. Если вот сейчас сравнить, вот как оно сейчас работает. И если вставить теперь, оно прям ярко светит. А через стабилизатор оно будет похуже. Теперь стабилизатор подключен, и мы можем сделать вот так. Как в темноте оно было на зеленом, но сейчас посмотрите, как оно со стабилизатором в темноте. Потусклее чутка, уже не так ярко освещает. Оно гаснет. А не должно. Должен синий включаться. Вот что значит без стабилизатора. Просто здесь
Большое напряжение потихоньку убивает лампу. И поэтому... Ну, она ярче светит, но она ее убивает. Поэтому лучше сразу всегда со стабилизатором, если переделать на работу от сети, чтобы напряжение было намного меньше, чем выдает блок питания. И чем батарейки выдают. Потому что батарейки хоть и выдают 4-5 вольта, то ток у них не 1 ампер, а в блоке питания 1 ампер. Вот оно гаснет. А не должно. Вот что значит показал работу от сети. Все. Я надеюсь, она потом очухается. Такое бывает. Она от сети перестает работать, потом отойдет немножко и начинает сильнее работать. Так что вот так вот. Ну и плюс еще то, что и напряжение лучше поменьше, то, что батарейки хоть и выдают 4,5 вольта, они разряжаются со временем, оно уменьшается, а блок питания постоянно выдает 4,5 вольта. Поэтому лучше заранее выдать поменьше, там, например, 3 вольта. Но зато оно будет работать. И напряжение будет поменьше, и поменьше будет ток. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.